Так, я знаю этого парня, 3 из 3 выдает. Черт! Чертовы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак, Аризон Редрок. Аризон Редрок, какой промокод ты ввел? Промокод ХИК, ХИК. Что ж, и сколько бабла ты получил на старте? Не, чел, я еще ничего не получил, только зарегался. А, сори, я думал, Жирный тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз собирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. А, ну что ж. Добро пожаловать, блин, на Аризону Редрок. А здесь находится у вас промокод 200 тысяч. Ведем его на 6-м левеле и разбогатеем. Всем здорово, гангстеры, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами узнаем, сколько же можно будет денег заработать и какое расстояние я преодолею на заднем колесе BMX-а. Интересно узнать, какой будет наварчик с этого всего. Вот таким вот образом будем ехать. И, разумеется, с меня красивый таймлапс, с вас лайк за старание, потому что это реально очень потненько. Кто бы что ни говорил, сами попробуйте, и вы столкнетесь с некими трудностями, вот так вот. Сейчас вы на своих экранах видите весь маршрут, который придется проехать на одном колесе BMX-а. И... тут есть весьма проблематичные места. Допустим, Сан-Фьера, там где в горок. Сослай комментарий. Ну а мы с вами начинаем. Приятного вам просмотра.
Да, было потненько. Подведем небольшие итоги. Что мы с этого поимели? Катаясь на BMX через весь штат GTA San Andreas, мы в итоге получаем сумму $5256. И все. Не то чтобы этой суммой можно как-то чем-то наживиться, накупиться, но в магазине Бинка можно закупить, наверное, все. Да, кстати, так оно и есть. Футов мы проехали по итогу сначала 58777, и после краша 58 тысяч с чем-то там. Переводим это все в километры. 26 километров в итоге мы проехали на одном колесе через штат Сан-Андреас. Это безумие. Это может быть мировой рекорд даже какой-нибудь. Ну, если вам видеоролик понравился, с вами был Хик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите какие-нибудь комментарии. Не знаю, кто пробовал так же. Делитесь результатами, будет интересно почитать. Все, всем пока. Фиджей!